Всем здорова, чуваки, меня зовут Шок, и сегодня рубрика «Что купит школьник на 15 тысяч рублей». Наш гость Егор-Виталик готов к нашей рубрике, и сейчас мы пойдем с Дилайтом на кейсы, позаработаем, как обычно, а потом уже вернемся к самой рубрике. И, кстати, давайте я розыгрыш устрою, как-никак рубрика дорогая, и розыгрыши тут дорогие должны быть, да? Давайте вот 1000 рублей разыграю, поставь лайк под этим роликом и в комментариях напиши, типа, «Макгрегор или Хабиб». Погнали! Ребят, ну что ж, мы, получается, снимаем рубрику «Что купит школьник?». И сегодня наш школота — это Виталик. Всем привет. Ну что, привет, школота. Салам алейкум. В каком ты классе школьник? Я в 9-м школьник. Хорошо, ну, короче, а ты выйдешь с 9-го? Да, я после 9-го выйду. А еще будешь делать? Пойду в ПТУ. ПТУ? А армия? Не знаю, попробую как-то откосить от нее. А когда ты идешь в ПТУ, ты в армию же должен пойти все равно? Типа, это не институт. Ну, я не знаю. Ну, по сути, типа, в Грузии, нет. Типа, в колледж, если ты пойдешь, то ты в армию все равно пойдешь. Типа, ну, институт пойду. Только тебя... только институт отменяет армию. Короче, сегодня с нами еще Дилайт. Да. Спасибо, что спустя 40 или там 50 секунд начала вы решили поздороваться. Да, короче, да, давай закупать первый скин. Виталик, какой у тебя будет ножик? М9, давай. М9, ребят, М9, понимаете, насколько пацан... На стиле. Хочешь, я тебе докину, ты возьмешь его? Не, спасибо. Я тебе давал сейчас последний шанс. Хорошо. М9 и мы сделаем, получается, по цене. Так, тут я вас понял. Так, хорошо. Это не проблема. Сейчас я здесь просто выберу ножик. Окей, ребят, все, мы готовы. Сейчас мы посмотрим М9. Какой у тебя ценник? Короче, у тебя в руках мышка. Пользуйся, чувак. Выбирай то, что ты хочешь. О котором ты мечтал всю жизнь. Вообще... Не знаю. Мне кажется, он будет брать какую-нибудь чистую воду. Это чисто... Я наперед так... Как ты так понял? Стартрек ножи, чувак. Правда, не бери. Ты мышь говно? Да. Ну, тут просто смотри, после полевых 9000, стартрековский после полевых 9900. Да, чувак. Ну, наверное, вот это, да, возьму тогда. Не, ну, чувак, если хочешь, можешь брать стартрек. Просто еще 900 рублей разница. Хорошо, бери, если хочешь, да, давай. Чувак, не надо слушать меня. Мне страшно. То есть ты берешь сейчас стартрек М9 чистую воду? Да, стартрек М9 чистую. Хорошо, чувак, бери, будь увереннее в себе. Хорошо, так, я уверен, все. Да? Да. Ребят, первая закупка у нас стартрек штык-нож М9 чистая вода. Блин, это то же самое, как iPhone XX Max 512 гигабайт Gold. Короче, идем дальше, получается. Ты слил, получается, 10 тысяч рублей. Mm-hmm. Так, осталось слить тебе еще 5 тысяч. Куда ты потратишь? Вообще, что у тебя за инвентарь? У меня там по говну, на самом деле. Говно, чувак, сейчас засрут в комментариях. 400 рублей плюс еще 100 рублей. И плюс 128, и плюс 108, чувак, да ты мажор. 169, откуда у тебя это? Ты купил на площадке. Лол, у тебя нет скинов, ты покупаешь значок, ладно. Как ты мог серебряный получить в этом Лондоне, серьезно? Я не знаю, я не поставил, у меня, я не поставил колы против Мибор, я забыл купить наклейку Мибор. И... Да, забыл, хорошо. И у меня не получилось, и все. Чувак, давай дальше, что ты будешь делать? Давай АВП, и в чем АВП, скоростной зверь. Скоростной зверь, статрек? Нет, после полевых обычно. После полевых обычно, хорошо. Так, сейчас, получается, тебе его найдем. После полевых обычные. Вообще, на самом деле, можно сделать вот так вот. Зверь написать просто. Ну, или же просто делает, ну, типа синонимы. Так, да. И после полевых 1500 рублей. Ты будешь его брать? Да. Слушай, хорош. А наклейки как будешь рассматривать? Ну, я на самом деле думал, ты сейчас будешь рофлить насчет антонима. Это твоя любимая, типа, там, делает антоним, еще что-то. Ребят, ну что ж, получается, мы смотрим. Да, это мощно. Он дешевле, чем вот это. Как так? Когда вы покупали нож, нож, который был статрековский рядом, снизу, 9800, если что. Он был дешевле? Да, да? Посмотри, и посмотри, ты, посмотри. И ты молчал? Я не стал ничего говорить, потому что вот. Его был выбор. И потом вы мне говорили, что типа, ой, делать там... В смысле, чувак, это было понятное дело, что лучше было тебе подсказать. А может, он хотел за 9900? Ладно, все, давай, я отпускаю мышку. Выбираю, Алекс. Пусть сам выбирает, конечно. Ну да, вроде красивый. А, я еще, знаешь, что хочу зарофлить? В комментариях, знаешь, писали? Вот вы могли ему помочь. Когда мы ему помогаем, нам пишут, какого хера вы помогаете? Ну реально, твоя помощь, это вообще лучше не делать. Я сейчас выйду нахер отсюда. Короче, выбирай Алеку. Ну давай вот этот. Чувак, ну ладно. Хорошо. Так, ты получаешь и берешь этот авик. Окей. Ребят, следующая покупка у нас АВП скоростной зверь. И все, мы закупаем его. Отличная новая покупка. Ну что ж, полетели дальше. Сейчас мы, получается, закупаем новый скин.
Мы купили М9, купили АВП, что дальше, АК? Да, АК-47. Окей, смотрим АК-47, и здесь у нас выбор, если честно, будет большой, потому что у нас еще и остался бюджет 3400, ну, это очень много. В район 800 рублей, вот так вот. В районе 800 рублей, окей. Да. Получается, ты будешь брать не статрек, а обычный просто Ягуар, Снежный вихрь, глянец. Давай, наверное, Снежный вихрь после полевых. Окей, ребят, наша следующая покупка будет Снежный вихрь, какой именно? И смотри, кстати, он растет по цене. Поздравляю, ты покупаешь крипту. Ну, это 781, а тут... Да, молодец. Рублей, мне кажется, Вот окей, ребят, наша следующая покупка, это получается AK-47 Снежный вихрь, и это отличный скин. Мы идем дальше, получается, отпусти мышку по-братски. Так, и сейчас мы покупаем... Какой скин? М4? А4. Почему четверка? Почему все играют с четверкой? Только один Дилайт бедный остался на эске. Реально жалко его. Так, короче, давайте сейчас зайдем... Зайдем в М4А4. Так, цена. Тоже район 700 вот так, рублей. 700 рублей, хорошо. Так, вот какие тут выборы. Очень скучные варианты. Здесь уже что-то поярче. Выбирай. Давай подальше. Еще 8 страниц. Окей. Давай М4, М4 облом. Окей, так, здесь какие стикеры будешь искать? Стикеры давай. А, тут может 1000. Да, это бред уже, 100 рублей переплачивать. Наверное, можно первый скин же брать. Да, давай первый скин возьмем. Так, ребят, следующая покупка у нас получается М-ка облом. И мы сейчас идем дальше, у нас на балансе остается 1670 рублей. Так, что у нас дальше? М-ку купили, калаш купили, АВП купили, нож купили. Давай юспик. USPS. Так, получается, ты все-таки на P2000 не ушел, хорошо. Все. Извилины, желательно. Так, вот они, извилины. Какой ты будешь брать? После полевых. После полевых, окей. 520 рублей. Так. Да, красиво. Будем? Да, давай вот этот возьмем. Окей, ребят, следующая покупка у нас получается USPS извилин. И мы идем дальше. Кстати, а вот с тем скином было впервые, когда мы снимали шоу и прям при нас купили скин. Это круто. Это попадет в историю. Короче, ребят, идем дальше. Какую историю ты? Уже было такое один раз. Не было. Когда мы снимали, такого не было. Да, было. Не было. Покажешь запись, я извинюсь. Да иди вы нахер мне твои извинения. Как будто они что-то решат. Извиниться, говорит, как будто извинения Эрика — это что-то новое. Когда мы просто с ним общаемся. Ты выбирай, что хочешь. Пиши, не переживай. Давайте тогда. Просто понимаешь, его надо на место поставить. А то этот цепь порвалась. Вот он и гавкает много. Именно ярлык покупаем. Покупай. Именно ярлык стоит 144 рубля 82 копейки. Следующая покупочка. Девать, напомни, сколько у тебя герц монитор. У тебя столько IQ нету, Эрик. Сколько у меня герц на мониторе? Чувак. У меня как раз таки... Боже, чувак, ты даже не знаешь, какое максимальное IQ в мире. Ну-ка, какое? 150. Да? Плюс-минус, да. Плюс-минус. А плюс-минус сколько? Плюс-минус 10, 5, сколько? Чувак, ты эти цифры еще не знаешь. IQ в мире. Сколько именно? 150, 40. А, нет, 140 точно нет, 156 будет. 160. Да, 160, вот видишь. Да, но это явно не ты. Чувак, я и даже не планировал. У тебя там, 60 наберется, это уже хорошо будет. Нет, я делал тест, у меня не 60. О. А сколько? 65? Ха-ха, 61. Нет, у меня намного больше, чувак. 68? Ты, Эрик, аккуратней. Так, чувак, какой ты скин покупаешь дальше? Вот этот вот. Окей, ребят, UMP, первобытный саблезуб, это следующая покупка. Короче, окей, сейчас покупаем, получается, скин, это дигл будет. Ну что ж, посмотрим, какие у нас есть по цене, какой у тебя будет примерный ассортимент. Да, давай, только один стартрек, скин, а все бабки. А, можно. Сколько там у тебя? 800 сколько? 851? Ну там ниже, смотри, еще какие-нибудь диглы. Можно бури на закате взять, в принципе. Короче, получается, какой ты выбираешь дигл? Ну давай вот этот куплю. А почему этот? Ну, потому что это... А, самый дешевый, да. А что со Steam? Почему такие цены странные? То дешевле, ну, забаганные. Ну да, окей. А, ребят, получается, наша последняя покупка — это дигл «Буря на закате». Давайте посмотрим вообще, что мы купили сегодня. На балансе у нас остается 70 рублей на жвачку. И сейчас мы смотрим... Нихера себе жвачка. Да так, лол, хорошая жвачка столько и стоит. Слушай, давайте посмотрим сейчас, получается, как он выглядит в игре. Мне кажется, он очень симпатично должен выглядеть. Где ты видел жвачку за 170 рублей, Эрик? За 60, за 70 просто. А, за 70, все, ладно. 70 все равно много. Да ничего. Пачка Орбита...
или там Дирола, я не знаю, Дирол, привет. А сколько она стоит? Рублей. Чтобы Баронс не обиделся, Барон, здорово. Баронс, привет, да. Короче, вот, ребят, как выглядит ножик. Ну, честно, нубиды. Ну да. Да, вообще, вот прям... У тебя на экране особенно видно, как он выглядит убитым. Ты что, ты не видишь экран? Не, теперь вижу. А до этого я не видел, какой нож был. Короче, вот АВП. Ну, в целом красиво. Так, идем смотреть калаш. В целом красиво. У тебя сейчас такая же, да, скин будет, Эрик? Ну, когда я обсираю скины, в чате здесь что-то... Ничего нет, в целом красиво. А сейчас в конце скажу свое мнение. В целом красиво, ладно. Так, продай. В целом красиво. За рубль. В целом красиво. В целом говнище какое-то. Что это такое? Что? Он как будто 0.40. Мне кажется, 0.32, господи, он ужасен. У меня аж вебка выключилась. У тебя вебка отключила? Не включай, чувак, мне тебя жалко уже. Короче. Ты мое лицо у меня такое здесь. Просто ты дигл купил, застрелись. Короче, ладно, ребят, это была закупка. Мне больше всего здесь понравился ножик. Ну, хоть убитый, да, но нормально. Сасный, просто ты не шаришь, Эрик. Нормальная закупка. Прикол в том, что реально прикольная закупка. Забавная. Ребят, пишите свое мнение в комментариях. Пишите все, что вам угодно в комментариях. Это была закупка «Что купит школьник». А кто хочет попасть в эту рубрику, то просто подпишитесь на мою страничку ВКонтакте, где, кстати, новая фоточка. Поставьте лайк обязательно. Уже 7900 лайков. По-братски жду вашего лайка. Ждите поста, пока я опубликую, типа, гоу на рубрику. Пишите ваши анкеты. Она будет рано или поздно, в течение недели один раз. Слева на экране выпуск на 14 000 рублей. Справа подпишись на канал, если тебе это было интересно. И посмотри мои другие ролики. Всем пока, с тобой был я, Шок, Дилайт и Егор. Пока. Пока.